Всем привет-привет! И сегодня я вам покажу две посылочки с AliExpress. Я их уже вскрыла, чтобы не шуршать, но еще не заглядывала, что там лежит. Так, давайте посмотрим. Оценена на в 650 рублей вроде как, да? Отправлена она была 22.07.15. Сегодня 11 августа. Достаточно быстро дошла. Так, давайте посмотрим, что там. Что это такое? Это, я так понимаю, специальная, ну там, тренога для съемки видео. Все. Давай, сыночка. Да, вот это еще вытащи. Да, это пока покажу. Вот она, тренога. Сумму сейчас я уже вам не скажу, за сколько брала. Вот такая вот тренога. В следующее видео буду уже снимать с ней и опробуем. Так. И второе, Санечка, вытащил? Нет, еще нет. Давай. Дали тузи мальчик, как они рабочие люди. Давай я покажу. Как они рабочие люди. И вот это вот держатель сам. Достаточно качественно сделано. Потом опробуем. Это для телефона. Держатель. И вторая посылочка. Я, к сожалению, не нашла, когда она была отправлена. Оценена в 3 доллара. И давайте посмотрим. Ага. Это очки Ray-Ban. Такие. Сейчас мы это откроем. Сашка, не надо крутить ничего. Чехле. Вот такой чехольчик Ray-Ban. Пакетики все. Что у нас здесь еще? Тряпочка. И инструкция даже по применению. Вот. Сами очки. Достаточно, я так вижу, уже хорошее качество. Боже, как неудобно одной рукой, простите меня, все это дело снимать. Но походные условия. Вот такие вот очки. Они с синим отливом. Хорошее качество. Видно сразу. Замечательно. Достаточно легкие. Очень я довольна. Ссылочки все оставлю. Вот это был мой заказик. Два. Еще идет достаточно много посылок. Как только будут приходить, буду все вам показывать. Ну все, всем пока-пока.